Потребительский рынок постепенно восстанавливается. По итогам года оборот розничной торговли полностью отыграет свое прошлогоднее падение. Однако возвращение к докризисным показателям можно ожидать не ранее 2022 года. Посещаемость в столичных торговых центрах все еще отстает от уровня 2019 примерно на 10%. Помимо ограниченной покупательской способности населения и растущей онлайн-торговли, на восстановление показателя негативно повлияет и новые ограничения на работу общепита и детских развлечений. Мы ожидаем, что в этом году посещаемость останется на уровне 90-95% от уровня 2019 года. На рынке сохраняется строительная активность. В первом полугодии в России открылось 10 торговых центров общей торговой площадью более 350 тысяч квадратных метров. По итогам года строительный объем достигнет 600 тысяч, что на 30% выше показателя прошлого года.